Карантин у Миколаєві. Та куди подіти дітей під час карантину? Запитаємо сьогодні у мешканців нашого міста. Скоплення такого народу в садиках, в дитячих садах і в школах. Воно ж це ненормально, якби переноситься все. На жаль, поки діток нету, а по поводу карантину от всього, ну не знаю, це все, я думаю, вина власті. Тому що навіть купити якісь медикаменти. От нас, у мене, наприклад, нету дітей, да? Не дай Бог, заболіє жена і фінанси дозволять. А у кого двоє, троє дітей, плюс ці зарплати, це... я не представляю, що буде. Да, карантин. Но это хорошо, что есть карантин. Мы справляемся в том, что у нас есть бабушка, благодаря тому, что есть у нас родители, помогают нам. Вот. А что ж, карантин, надо детям быть дома, чтобы они инфекцию не получили. Надо беречь детей. Конечно, очень сложно, кто работает, поэтому детей некуда деть. Надо, значит, родственников подключать, надо няню нанимать. Но что делать? Это жизнь. Да, конечно. Зачем? Чтобы, если ребенок больной, просто родители не все сознательные, и большинство отдают в садик. Там с температурой, некоторые с кашлем, соплями. Дети друг от дружки просто получают вирус. Так что положительно в целом. Правильно надо относиться. Для детей, школьников, это у них большая радость. Чтобы не ходить в школу. Дедушки и бабушки. Бабушка гуляет. А родители на работе. Я считаю, что это необходимые меры, так как сейчас идет такой вирус. Многие люди болеют, есть летальные исходы. Я считаю, что это необходимо. Особенно маленькие детки, все-таки их жалко. Мне не очень нравится, что дома сидеть и то, что в школу не ходить, потому что мы потом догоняем, и очень тяжело их догнать. Бабушки, родственники, как-то так, а по-другому никак. Це була думка мешканців нашого міста. А ми бажаємо вам не хворіти та берегти своїх дітей.